Аким области на ремонт Юрий Галиев поздравил деловых женщин при Урале с 8 марта. На встрече присутствовали бизнес-леди, ветераны труда, сотрудницы государственных органов и многие другие. В честь праздника им вручили благодарственные письма и, конечно же, цветы. Каждый из приглашенных вносит большой вклад в развитие экономики, культуры, предпринимательства области. У них большой опыт работы. Сегодня они наравне с мужчинами принимают важные решения, ведут дела, занимаются благотворительностью. За что бы ни взялись милые дамы, это делается с большой ответственностью и душой, а потому получают заслуженное признание и уважение. От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем. Вы всегда были и остаетесь символом красоты, добра, душевной щедрости и удивительного терпения. В нашей области женщины трудятся в самых разных сферах и достигают больших успехов, тем самым вносят значительный вклад в ее развитие. Сегодня эти женщины сидят в этом прекрасном зале. Я рад встрече с вами в преддверии Международного женского дня 8 марта. Пусть сбываются все наши мечты и приносят хорошее настроение. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Виновниц торжества поздравляли с праздником и вручали свидетельство о признании членам клуба «Заслуженные женщины Приуралья». Улыбки на протяжении всего мероприятия не сходили с их лица, а значит, день удался. Известная поэтесса Акушта Бактыгереева посвятила приглашенным свои стихи. «Метели рукавами длинными тебя касались на пути, а ты под трели соловьиные весной спешила расцвести. Вокруг свое рождение празднуя вели сугробы хоровод, и лишь к родной земле привязанность тебя спасала от невзгод». Ветеран труда Роза Кужекова считает, что сегодня женщины – это движущая сила. За их права много лет назад боролись Клара Цеткин и Роза Люксембург. «Мы очень много достигли в отношении равенства женщин с мужчинами. Очень много. Это и участие в выборах, это участие в общественной работе, это участие в социально-бытовых вопросах. И мы очень рады тому, что наши женщины стали на высший уровень». Женщина в современном обществе – явление уникальное, и сейчас уже никого не удивляет их присутствие в бизнесе и политике, влиянии на мировые процессы, развитие науки и техники. Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем всем жительницам Приуралья благополучия, успехов в делах и семейного счастья. Олег Великий, Рустам Ищанов, Алихан Есказиев, Акжаик Акпарат.